Смотрите, какое красивое основание кресла. Но спинка... Во что, дерева не хватило на спинку? Не, почему? Это кресло для столика, для письменного столика. Ну, во-первых, оно довольно удобное. Но за ним же работать. Так вы, пожалуйста, комфортно расположились. Оно в большей степени не для отдыха, а для работы за рабочим столом. Уговорили.